И всем привет. Кажется, вы подошли? Не отвлекайте меня, объяснение службы. Баба? Отдавайте приказы. Случае ее взять нельзя. Есть лучшее место для отдыха? В лучшем месте для отдыха должны быть в бардачке шпаги или изумруды. О, отлично. Команду до хрени еще дал. Кстати, почему лучше на мелких кораблях плавать, по типу там шхуны или брига? Потому что у них всего-то там, ну может, сотня, 150 команды. И вполне хорошо брать с половиной команды, то есть это где-то 70 экипажей. Тут 70 экипажей, ты просрешься. Так, и пора плыть на Ямайку. Да, с последним обновлением ее очень далеко убрали. Кто это у нас тут такой борзенький? О, Люхи. Стопудово. Он с этой стороны. Так, Люхи. С далекой дистанции не буду шмалять. Так как и бомбы дорогие, и с моим-то экипажем. Ну, хотя у меня экипаж лихий. Кстати, может оборднуть его? Думаю, будет неплохо. Скотина, этот люгер быстрый. Так, этот люгер направляется вон туда. Не, я его не догоню. Не догоню. Эти звучки. Что-то тут неладное. Да, тут где-то сзади корабль. Я хочу его увидеть. Так как он по мне, похоже, уже пытается шмальнуть. Странно, никого не видно. Оп, какой-то засек. Барк. Блин, конечно, неплохо было бы по ему пальнуть, но там рядом форт, и это уж больно как-то не хочется делать. О, а чё-то я на таких маленьких оборотах. Сейчас ускорение используем. Да, все, ушли. Так. Так, мне еще нужно 200 экипажей, и тогда будет максимально. С таким-то экипажем и первый ранг можно захватить при желании. Сколько за мной врагов. Ой-ой-ой-ой-ой. Шторм. Прямо-таки отлично. Сейчас меня так покоцают. Ой-ой-ой-ой. Торнадо рядом. О, все, начинает коцать. Ой-не-не-не-не-не-не-не. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, как же меня долбит. Ой-ой-ой, так надо разворачиваться. Ого, 15 узлов. Может быть, а у меня 4. Ой, еще же потонем. Не, в реале еще потонем. Надо ускорить время. А! Ничего себе, торнадо прям по мне прошлось. О, блин, можно уже в море выходить. Но я хочу.
хочу посмотреть заставочку при издыхании. И все-таки... Да, в трюме надо. Все, он дохнет. Буль-буль. 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 Ну, буль. Все, буль-буль. Да, все, пошли ко дну. Прикольно. Только это каравелл, а не мое судно. Так, ладно. На Ямайку, а тогда биться. Скорее всего. Так как мы уже кучу островов проплыли. А с кем я буду биться, кстати? Наверное, на испанские торговые корабли попробую. Так, тут где-то еще шторм вроде должен быть. Чего я ну пошли. Сколько? Да пошли. Я же говорю, они дуево кучу просят в месяц. Ёб твою же. Да, я ушел отсюда, с этого шторма. Кстати, кто это такой? Мне кажется, это испанская торговка. Ну, Жанна уж очень интересно было узнать. Ишу Вимпел! Да, два испанских торгаша под исп... Так. Сейчас бортовыми. Баба! Готов. Может, второго оборднем? Нет, сначала нужно предварительный залп сделать, чтобы команду им немножко похерачить. Блин, но... Так, это каким я бортом стрелял? Правым. Это как раз левый. Так, попробуем гаснуть. Ой, не-не-не. Не, хрен, что попали. А нужен уж... А что, если я сам попробую пальнуть? От ручного управления. Может, так лучше попаду? То это эти криворуки вообще ничего не умеют. Надо ближе. С такого расстояния ничего не сделаем. Ну как, пропальну так ничего. Ну как-то перезарядки не хочется ждать. Кстати, я думаю, на сегодня хватит записи. Я думаю, это последнее будет. Так, пошел разворот. Так, вот с этого расстояния надо по ему гасить. Но главное его не добить, я его хочу обернуть. Пошел. Да, отлично, мы его не добили. То, что я и хотел. Кстати, новый уровень. Так что там личные, корабельные. Но самое главное... А, нет. Все еще... Все меня очень сильно замедляет все эти способности. Ну и у меня еще долго будут замедляться способности. Да, давай, полпаруса. Все паруса. Сейчас нужно оборудовать его. А, он пошел против ветра. Хрен, что ты сделаешь против ветра. И... Абордаж, быстро, давай. Да, все, пошел абордаж. Сейчас мы их нахерачим. Надеюсь. Так, где мой претендент?
60. 60 тут не так уж и много. Ах ты ж, как ты посмел к нему сзади полезть? Так, тут они разберутся. Так, это наши тут их валят. Так, помог тут. Так, нужно еще своим помочь. Что, все? И это все? Вот это был абордаж. Абордаж века, я бы сказал. Ух ты! Это неплохо тут полуту. Наверное, без моих офицеров тут не обошлось. Думаю, они тут неплохо помогли. Наши. Я думаю, мы потеряем не больше 20 человек. Кстати, тут считается не по количеству трупов, а по количеству потраченных хп. Просто тут может быть, что в одном нашем целых где-то 40 или 50. Ну, 40 или 50 человек хп сложены. Если ударят и отнимут один хп, ну, это там один человек. Ну, это так, образно. На самом деле там совсем другая система. Ну, собственно, лутаем. Лут. Лут. Лутаем. Бабло побольше. Чем больше, тем лучше. Ух ты. Еще один скорпион. А ну ж. Ёкалэмэне. Я нашел новое любимое оружие, похоже. Надо будет его испытать на страже. Главное, чтобы меня не зависло. Все. Бьемся. В каюте. Ух ты, этот жирный, кстати. Я не подохну. Не сметь подыхать. Я не подохну. Да. Но это было несложно. Изумруд. Так, сейчас ждем, пока... Да, иконка перехода пошла. И теперь лутаем. 9000. Это... Так, сколько у меня осталось народу? 107. Ну, нормально. Перегрузить товары. Ух, не. Да. Мы захватили корабль. Итак, первые успехи в абордаже. Так, и теперь... Так, я же сохранился. На всякий случай еще раз. Вдруг одно сохранение будет плохим, или я забыл сохраниться. Так, и теперь мне надо подобрать весь лут. Блин, забыл. Забыл, что ему нужно дать команду. Давно не управлял товарищами по кораблю. Ну, собственно, последняя серия пошла так на эпик. Хороший улов. Так. А, не. Сначала. Блин, что-то я призабыл. А, вот. Правый борт готов. Спустить паруса. Спустить! Быстро! Не сметь плыть. Ой-ой-ой. Тихо. Осторожно. Я его продам. Ты понимаешь, что с такими-то хп ему... Его хрен продашь, но все же. Я потратил 60 с чем-то экипажа. Ну это все-то мне дали на этом. На одном острове. Так, что-то я не вижу лута, он куда-то пропал. Странно. А, да, если загружаться, то лут пропадет. Ну ладно. Главное, у меня есть корабль второй. Так, отличный был. Отлично, мы побились. Подбирали мы немало. И теперь пора. На я Майкл. Обожаю меню загрузочки. Так. Причалить. Так, ну и пожалуй, серия длится уже долго, но все же.
так как я сказал, что это будет последняя серия, и я начну, наверное, опять снимать. Ну, не вообще последняя, просто пока что. Я еще буду снимать. Буду продолжать «Мафию» снимать или «Майнкрафт». Кстати, мы же будем снимать на серии «Расмоды». Так, так, до утра. Ничего, ну ладно. Я заработал 9 штук, и это меня очень-очень радует. Кстати, за продажу кораблей тоже дается всякий бред. Так, меня, кстати, интересует, что у меня тут... Так, ага, личные корабли. Блин, зачем я вышел? Мне надо закупиться людьми. Какая честь видеть вас, майор. В смысле скуповат? У меня славный матрос. Не надо мне тут рассказывать. Это из-за того, что я им не плачу. Этим скотам-дармоедам. Ну вот, этот еще он не заработал. Так, теперь в магаз. Не-не, это да. Так, мне столько ядер не надо. Бомб мне столько не надо. Пороха мне столько не надо. Что? Ну ничего. Вот так-то. Блин, масло. На этом острове нельзя масло продавать. Так, ладно. Так, сейчас попробую-ка я свою новую шпажку посмотреть, как она работает в действии. Так. Блин, конечно, она мне куча будет забирать энергии на каждый удар. Но все уже надо посмотреть. Блин. Кто-то там уже стонет от страха. Что-то как-то не впечатляет. Что? Сколько тебе надо? Ой-ой-ой. Дайте мне пробивающий удар дать. Понятно. Ну, в общем, сначала нужно мне прокачаться как следует.